сучка-сучка, эй-хей, бабы, брикеты-косичка, мини-юбка, кепка, этот трек не для тверка, да и похрен, дискотека-дискотека-дискотека, дискотека-дискотека, это дискотека века, эй, ди-хей, битмейкер-хей, уличный д... Просто ладошки. Маленькие писи. Очень. Но самолетик не летает. Да? Нам давай сделаем самолетики. Давай. Угу. Как делать самолетик? Во, Вовчик, отлично. Как назовешь самолетик? Россия. Россия, да? Угу. А я думала, ту 154, а свою ни разу. Во, а у Наташки истребитель. Лиля, у тебя какой? Да, давайте запустим. О, Вовчик уже сделал. Да пофиг, давайте запустим. Давай в дерево, Наташка. Лиля. Что за птенчики в ночи? А где же Вовчик? Где же Вовчик? Вот Вовчик, я нашла Вовчика. Лиля тоже спряталась, да? Молодцы какие вообще. О, устали. Вовчик, смотри, какашка висит. Тебе нравится? Сосиска. Это какашка. Это сосиска. Это какашка, да, Вовчик? Скажи, какашка. Это сосиска, блин. Ой, батюшки, Света, фламинго умер. Вовчик, я сейчас буду по-китайски говорить. 15 влажный салфетка для снятия макияжа содержит экстракт алоэ и ромашки. Это сладкий пирожочек. Это сладкая попка. Сладкая попка не признает меня. Дискотека 90-х, плейлист от Cosplay. Бразилия! Я как это, трансуха на программе. Что за говно? Я сделала, блин, ссылку, а какого-то хрена она не свайпается, блин, черт возьми. Коротко о том, как я пытаюсь сделать свайпы. Я сделали. Блин, что за говно? Не свайпается у меня ни хрена. Эти долбанные стрелочки не показывают ни на какие ссылки. Только я могу, наверное, дать ссылку на письки какашки шок. Что? Друзья, я поняла, что мне мало вот этих веснушек, и решила сделать все лицо. На минуточку, на секундочку. Хуршет. Ой, дай, пожалуйста. Что это за мужчины у тебя в телефоне? Дай я зайду в смс-переписку. Ну, убери Илья, свои руки. Ты надо. Давай телефон. Я, спокойно я дай посмотрю. Я хочу с тобой поговорить. С тобой, а не с телефоном и не с контактами. Костя, моими. Сисечки. Что так не решается, Илья. Ну, пожалуйста. Сейчас прищемлю тебя, Костя. Лучше отойди по-хорошему. Отойди по-хорошему, пожалуйста. Илюша. Вот, наводим красоту Маши в студии. Сейчас скину ссылочку на нее, и у нас будет прямой эфир.
Это цветы надежды, свадебные цветы. Лизок, тебе не нравится эта песня? Все, я пошла в магазин, Лизок. А мы с Лизком решили сделать одинаковые татухи. А Мичка с курагой. А Мичка с курагой. На сливках, Лизок. То чувство, когда ты, короче, идешь в кроссовках, и такой кусок снега попадает тебе в кроссовок, и ты такой... Бой! О, Лиля! Убежала прятаться! А это у нас снежка, штучка для снежка. О! Мочилова! Это что за пирожочек? А это у нас инструмент для снежков, короче, такая бандурина. Придумай. Наташка, ты как там? Наша команда не проигрывает? Вот она где, да? Лиля, это что за девчонка такая? А это что за пупсичек такой сладенький? Это что за команда тут бежит? Лиля, побежали на тусовку в премьер. Лиля, пойдем? Или ты еще патроны будешь забирать? Лиля патрон забрала. Лиля насобирала патроны. Вовчик, это у тебя супер-мега штучка, да, вообще? Что бы мы без нее делали? Вот так она работает, да? Это супер-ковш? Ага. Да, Вовчик? Супер. Отлично. Бомба. Симеси, эмати, симеси, эмонца. Знаешь эту песню? Что-то слышал. Кзимеси. Мне больше нравится «Шивый лебедь». «Шивый лебедь»? Это ж... Я Наташке, короче, такая стою и говорю, типа, вот, говорю, у меня мистер Прыщ на лбу вскочил. А ты что сказала, что дети думали? Да к детям мы стояли около автомата, дети думали, что там за мистер Прыщ, игрушка. Наташка сама уставилась, думала, там мистер Прыщ. Вовчик, ты все еще ищешь, кто такой мистер Прыщ? Нет? Ты не ищешь, кто такой мистер Прыщ? А что мы все тут стоим и ничего не делаем? Кто-то будет что-нибудь заказывать? Вовчик? Может, Лиля? Это вот птица Чика из игры, да? Да. А почему она Чика? Она даже не похожа на Чиксу. Да, это Чита. Вообще не Чикса. А Чита. Ужас, ужас. У нас обзор на жвачку. Итак, да. Жвачка, да, для рук. Она желтого цвета, да? Такого темного желтого. Ага. Как она лепится? Мягко вообще, да? Вообще молодец. Да, Лиля. Вот ты уже всю жвачку решила сохранить. О, большая. Вовчик, так ей вообще можно стены залепить, да? Дырки в стенах. Жижа года, да? Вообще. О, а как пахнет она? Господи Иисусе. Пахнет она, я бы сказала, пухлыми носками. У тебя под ногой. Под ногой. Батюшки Светы, все жвачки мира рассыпались. Она даже не грязная. Я думаю, что это перформанс. Она уже не грязная. Да? Мы слепили тут, короче говоря, эти штучки. И я слепила микрофон для Наташки. Да, Наташка, Наташка, что ты хочешь сказать по этому поводу? Ничего. У меня на ум только идут одни... Во! Это Лиля нас нашла. Кидай снежок, да? Отбиваемся, отбиваемся! Во! Вовчик, комбо! О, это Саб-Зиро! Все, Вовчик, надо отбиваться, да? Бежим в укрытие, да? Бежим в укрытие! За нами бежим! О, это наша группа! Бежим, Вовчик, в укрытие, быстро! Блин, да у них ОПГ! Блин, туши свет! Это... Бежи! Она с Анжелой, а ты со мной. О.
Пойдем, пойдем, Лилечка. Бежим, бежим, да. Куда? Сейчас, ага, хорошо. Сгоняем мальчишек с горы. Сгоняем, Лиля, мальчишек с горы, да? О! Вовчик, обстрел! Маленькие птички не понимают, что происходит. Трогаем, конечно, это супер. О, это отличный снеговичок. Ты молодец. А глазки будем делать ему? Какой-то такой у нас футуристический снеговик получился.